вторая песня «Весенняя», такая же, как... С Богом. Называется она «Талой водой».
фиолетовые силуэты. Thank you.
прочим, он вас любит, между прочим. А она кричит, хохочет, он вас любит, между прочим. Стал бы приглушил бы в Сочи, что? Страшно! Что пришло? Thank you.
волосах оставить его не остывшим не стану я шепнуть. Туда, тут со взрослыми пьешься, что чтобы нормально деть сразу. Надо уже сразу раньше плавать, чем ходить. Так, мы продолжаем. Надо сцене телефон звонить. Да ладно, они могут везде звонить. Но у кого-то в данную минуту, у кого-то в любом случае звонит где-то телефон. Может, даже не один. Мы же не знаем ничего. Так, сейчас попробуем спеть песню «Любить — это не смотреть». Главное, чтобы те песни, которые я играю, знали те люди, которые со мной играют. Я признал существование одной песни только на сцене. Да, прям на сцене. Поэтому старайтесь чаще выступать от таких казусов, ну, меньше избежать. Потому что репетировать некогда, все заняты делами.
конечно, идем сейчас по такому принципу. Быстрая песня, медленная песня. Это считается медленная песня. Это будет быстрая песня. Про план. Главное, тапчик таким, как балерин танцует. Не знаю, мало ли, ну, попадается же. Белый.